меня цветок, цикламен, белый лебедь появился. Это мне подарили детки. У меня такой был цветок, только когда-то розовый, обычный, а вот это с таким бахромчатым краем. И у меня когда-то был розовый, красный, белого не было. Красавчик. Такой хороший такой кустичек. Шикарный. А тут еще будут распускаться. Такой крупненький. Крупные цветочки, красивые. Вот. Как лебедь. Махровенький такой. Идем, пошли. Идем, скорее. Всем привет и пока. Я уже убегаю. Ну что, немножко поработали. Мой помощник стену выровнял. Пускай сохнут стены. И положили вот эту бордюрчик. Это для душевой кабинки. Мы тут размечали. Где тут что будет? У нас, короче, вход. Для новой перегородки. А вначале разложили плитку, так прикинуть просто, как оно ее ложить вдоль или поперек. Ну вот в таком плане решили ее ложить. Так она лучше всего укладываться будет. Она 60 сантиметров длиной, как раз нормально будет. Ну вроде так разметили. Теперь пускай это все сохнет, а я пошла домой. У меня там умочка, соломочка, Борюсечку тут закрываю. Ну вот так, урывками по чуть-чуть. Спасибо моему помощнику, что он сделал нам стену, по маякам выровнял. Я бы сама не сделала, не потянула, наверное, бы такую работу. Хотя и он это не пробовал. Первый раз. Ну, все-таки у него лучше получается, чем у меня. У нас еще много работы предстоит, но это будет потом. Ладно, все, надо закрывать контору. Ой, прикол был. Я вышла, думаю, сейчас же пойду сюда на объект. И зайду в зоомагазин, куплю корма котам. Соломон за мной как увязался следом, бежал прямо в магазин. И там возле магазина меня ждал засранец. И пока я купила корм и назад прибежал, я его привела возле квартиры, оставила, сама пошла дальше. Так что я сегодня тут с кормом отложила Борику корма. Подорожал, кстати. Корм для котов. Да все подорожало. А сюда занесла, вон лук стоит и остатки капусты. Вот это все, что осталось. Потому что на улице мороз. Не хочется, чтобы это все замерзло. И я с сарая перенесла это все сюда, пока на ступеньках стоит временно. Лучок. Как бы его сохранить? Какая красота. Хороший такой. До весны тяжело сохранить. Тут, конечно, ему жарко. Вот уже смотрю,
лист кинул, прорастает засранец. А там холодно, минус 17 было, еще передают мороз. Ну, поставила тут на ступеньках в коридоре. Думаю, постоит пока. Пока постоит тут. Так, за Борисом надо сходить. Ладно, всем пока. Всем хорошего вечера. Завтра что у нас? Пятница. Еще весь процесс впереди. Всем пока.